Небоевые потери – 215 человек. Столько за полгода погибло на дорогах Татарстана. Сегодня эти пугающие цифры озвучили на проходившем в режиме видеоконференции заседании Правительственной комиссии Республики по безопасности дорожного движения. По сравнению с прошлым годом количество аварий в целом уменьшилось, но по ряду показателей цифры удручают. Например, в Набережных Челнах выросло количество погибших по вине пьяных водителей. Работу автоинспекции на территории 9 муниципальных образований руководство республики и вовсе оценило как неудовлетворительную. В результате этих невыполненных наших поручений погибают люди. Ну, пока вот такая ситуация.